мысли о вас. Мужчина планирует что-то, да, то, что связано с поездкой, с отпуском, с командировкой или со свиданием. Что-то не получается. Думает об этом. Между вами расстояние, возможно, он планирует приезд, но втайне от вас, да, потому что не получается и хочет, возможно, вас потом обрадовать неожиданным приездом. Хочет большего, чем есть в ваших отношениях, скучает, тоскует, не понимает, как вы к нему относитесь, боится, что вы к нему начали охладевать, да, это его очень беспокоит. Хочет, чтобы было все как раньше, чтобы отношения текли по его сценарию, дорожит вами. Сейчас между вами либо охлаждение, либо просто пауза из-за расстояния, да. Боится, что, знаете, вы его бросите. А хочет быть вашим императором, хочет быть победителем в ваших отношениях, хочет, чтобы вы его любили, хочет взаимности, да, хочет, чтобы вы ему говорили, как он вам дорог, чтобы говорили комплименты, рассказывали, что он единственный ваш мужчина. Но отношения застопорились, двери закрыты, и мужчина очень переживает по этому поводу.